Миска с водой, мокрое полотенце, обливание из шланга. Каждый хозяин собаки старается облегчить жизнь животного в жаркую погоду. Прогулки совершают в утренние и вечерние часы, когда солнце менее активно. Вода – это обязательно, конечно. Обязательно прохладная вода, смена воды. Ну и мочить их обязательно. Обтираю, я их обтираю. Мочу полотенце и полотенцем обтираю прохладным. Да ничего особенного, просто воду постоянно меняем почаще. Полностью обливать животное не стоит, говорят специалисты. Таким способом можно сделать только хуже. Охлаждающий эффект продержится недолго, а мокрая шерсть еще быстрее будет нагреваться на солнце. Брить питомца тоже не советуют, нарушается терморегуляция. Кроме того, оголенная кожа на солнце может обернуться ожогами. Если мы намочили собаку, кошку, без разницы, мы сверху полностью промочили шерсть, она мокрая, и опять же она теперь перестает работать как терморегулятор. Да, владельцы собак и кошек бреют их на лето для того, чтобы вроде как облегчить их ситуацию, на самом деле они делают хуже. Облегчить состояние животного в жару можно смачиванием лап, живота и головы. Также не лишним будет охлаждающий коврик. Кроме того, не стоит оставлять собаку в машине и нагружать тренировками. И самое главное, обеспечить животное свежей водой. Екатерина Дьячкова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.